Эти ребята пришли отдать голос за своего кандидата. В Подмосковье провели выборы в молодежный парламент. В Химках также выбрали тех, кто защитит интересы нового поколения. Я надеюсь, что действительно тот парламент, который сейчас сформируется, он даст скачок и новые вехи в развитии молодежного движения. Мы как администрация им, безусловно, поможем и в первую очередь в этом сами заинтересованы. В выборах приняли участие 35 кандидатов. Конкуренция высокая. Мест в парламент вдвое меньше. Из них 5 уже отданы представителям общественных организаций. Остальные 10 выбирают химчане. Марьяна Наумова – трехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу и активный общественный деятель. Выставила свою кандидатуру, чтобы ее идеи и проекты были не только на бумаге. Больше всего интересует развитие спорта. С 10 лет девушка занимается жимом штанги лежа и достигла больших успехов. Ну, я поняла, что есть такая возможность помогать людям, делиться результатами, потому что я имею уже какие-то знания и большой опыт. Я начала ездить по школам, детским домам, воинским частям. Я общалась с ребятами, с молодежью, разговаривала с ними на тему спорта. Выборы в парламент привлекли много молодежи. Уже после обеда насчитали около 3000 человек. Ну, мне кажется, это важно, потому что их мнение может как-то повлиять. И, может, у них какие-то будут свежие мысли. Это новое поколение, и это наше будущее. Голосование завершили в 7 часов вечера. Голоса уже подсчитаны. Какие изменения предложат народные избранники, покажет время.